Подбирать музыку под настроение теперь будет проще. Можно попробовать самому стать создателем собственной мелодии. Об основах композиторского искусства химчанам рассказали на тематическом мастер-классе. Занятие провела профессиональная пианистка Елена Даева. Ученикам предложили придумать свою композицию и сыграть ее на синтезаторе. Начали с самых простых детских упражнений. Предлагаю сочинить сказку. Значит, живет себе зайчик. Вы играете, изображаете зайчика. Вот он прыгает там. Ты, ну типа как дождик. Ну похоже. Как-то он у вас красиво прыгал. Вот. Да. Потом от других звуков, там, например, вот он то по этой полянке, ну там на этот пенечек, то здесь, ну просто в разные там как-то чередуйте, да? Ага. Там он может чуть побыстрее прыгать. Такие занятия уже стали традиционными. Тематические мастер-классы проходят в Химках каждый день. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.